Готово, бой! Ой-ой-ой! Дима пошел! Как Дима пошел! Да! Да, Ванька! Дима, открылось второе дыхание! Он прижал Сергея! Бросок! Добивание! Ай-яй-яй, Сережа кинул, все-таки смог сбить атаку Дмитрия и снова! Есть, голень! Попытка броска! Опа-па, двое на Сережа встает! Я не знаю, засчитают ли судьи эту попытку добивания. Засчитали судьи! Встаем, бой! Время? Нет, техническая поломка. Бойцу Дмитрию выносится предупреждение за плохую техническую экипировку. Два предупреждения, то есть, соответственно, снимаются очки. Поэтому техническая экипировка — это очень важно. Бойцы готовы? Бой! Снова идет время. Бой идет. Добивание! Отлично! Бой не останавливается, боец встает и продолжаем бой! Удар коленом! Бросок! Ой, какой хорошей форме Сережа! Давайте поддержим бойцов! Поддержим бой! Песок мешает бойцам. Песок очень мешает бойцам. Очень плохо. Стоп, бой! Расходимся, время. И второй раунд. Вы видите, да? Непонятно, кто победил. Здесь нет яркой технической победы. Бойцы практически идут на равных. Сережа, наверное, немного опережает Дмитрия. Боец красного, вы видите, у него два лишних броска. Да, вот сейчас секунданты, вы видите, пытаются вентилировать бойцов. Очень-очень тяжело в комплекте, весом больше 30 килограмм. При своем весе от 102 до 106 килограмм очень тяжело сражаться на аресталище с песком. Это буквально забирает 20-30% именно энергии у бойцов. Аресталище с песком — это не самый лучший выбор для профбоев. Но бойцы у нас очень выносливые физически, очень в хорошей форме находятся. И вы видите, насколько напряженный, да, и динамичный, да, идет бой. И так кончается время. Десять секунд и последний финальный раунд. Финальный раунд последнего боя наших профбоев. Итак, бой! Попытка подсечки вторая. Удар в корпус, живот, голова. Попытка броска. Соскочил, ай! На отмахе достал. Блок щитом, подсечка, нет, ушел. Ушел от подсечки Сережа и пытается бросить, но Дима очень устойчив, очень крепкий боец. Ах, положил. И добил, молодец. Расходимся. Бой! Ой, какой молодец. Давайте похлопаем бойцу. Очень ловкий прием. При весе 106 килограмм. На тебе за это. Да, нога. Ой, положил.
Положил и добил. Встаем, бой не окончен. Звук не глушит до конца. Бой продолжается, работаем. Еще есть время, еще не все потеряно. Захват на голову. Положил. Добил. Молодец, Сережа. Бойцы дерутся уже из последних сил на базе. Да. Очень тяжело дается бой. Ой, какой затылок. Заклевал. Дима пытается уже своим козырьком нанести повреждение противника. Стоп, бой! Разошлись! Хлопаем скорее! Нашим бойцам! Молодцы, ребята! Судьи сейчас собираются вокруг Гофа. Пожалуйста, судьи Гофу. Да, считаются очки, молодцы, ребята. Пожалуйста, разойдитесь в свои углы. Снимаем шлема, ждем решения судей. Ждем окончательного решения судей. Вот это то, что называется профбои. Вот так. Мы сейчас сделали всего, то есть, два профбоя, то есть, чтобы показать вам, что же такое профбои. В последующем у нас их будет больше. Давай, составай нам счет. Так, а теперь дай мне окончательный результат. Бойцы, выходим на середину, и мы объявляем результат этого боя. Со счетом... Ой, вот у нас такой агрессивный судья. Итак, со счетом 99-63 победил Сергей Макуха ДЗХ! Победил Диму. Давайте похлопаем бойцам, спасибо вам, молодцы. Давайте все еще раз похлопаем бойцам. Спасибо, они показали действительно хороший бой. Спасибо, уважаемые зрители, и на этом наша боевая программа закончена. У нас еще работа.